220 уголовных дел о пытках расследуются в Казахстане. 11 из них в отношении сотрудников КНБ уже направлены в суд. Об этом стало известно на международном форуме по противодействию пыткам, который проходит в Алматы. В нем участвует генпрокурор страны, эксперты по правам человека, судьи, адвокаты из различных стран мира. Напомню, в начале года глава государства поручил генпрокуратуре искоренить пытки, назвав их средневековым явлением. В результате максимальный срок за жестокое обращение увеличен до 10 лет лишения свободы. Участники конференции оценили казахстанский и международный опыт в борьбе с этим негативным явлением. На настоящий момент мы сейчас расследуем 220 уголовных дел о пытках. По каждому уголовному делу у нас дается принципиальная оценка действий. Мы проводим анализ дел, по которым были применены пытки, выясняем причины и условия, способствуют совершению такого преступления. Я считаю, что расследование, конечно, это очень важная функция, очень важна превентивная работа. Превентивная работа, и мы ей тоже большое внимание уделяем,